подниматься минут 30. Вот уже видна стена. Это город Сутоморе. Виды будут потрясающие. Построили ее еще венецианцы в 15 веке. Потом пришли турки. Выгнали их в 16-м. И область Сутоморе, Барульцин, это была Османская империя. А потом черногорцы в конце 19 века выгоняют отсюда, наконец, турков. И крепость, в общем-то, приходит в такое забытие. Часто ее называют Нихай. Это ее первое название. Хай находилась в другом месте. Но в последнее время стали ее именовать Хай-Нихай. И туннель на дороге здесь называется точно так же. Лучше всего идти вне сезона, когда не жарко, как сейчас зима или весна ранняя. В конце есть церквушка разрушенная, но иногда в ней проводят службы. Представляете, после 135 лет заброшенности в этой церкви, с этого Димитрия, происходили снова обряды крещения. Она, конечно, в жутком состоянии, но сюда приходят иногда верующие. Есть то ли легенда, то ли исторический факт, что построили впервые эту церквушку еще во времена сербского правления здесь, 13-14 век. И она имела два алтаря. И для католиков, и для православных. И вот на этой площадке еще где-то было два кладбища. Ну, когда венецианцы взяли правление на берегах Адриатики, конечно же, о православных немножко стали здесь забывать. Порекомендую прийти сюда весной, когда деревья покроются яркими, сочными, зелеными листиками. И вот эти вот все горы будут очень красивые. Классно видно дорогу здесь.